У нас Land Cruiser 200. Давайте посмотрим глубину повреждения заднего крыла. То есть, пожалуйста, сантиметра полтора вмята арка. Так, смотрим внутреннюю часть. Сильно повреждена в том числе. Вот такая здесь история. Что мы будем делать? Дверь восстановим. Заднее крылышко восстановим, бампер ерунда, порог покрасим. А теперь давайте посмотрим, точнее я вам покажу, почему я прикладывал эту палочку. Вот наше целое крыло, оп, ничего не видно, то есть вот так ровная плоскость. Опачки, и вот такая здесь проблема. Но ничего страшного, сейчас машину начинаем подготавливать к работе, то есть разбираем, рихтуем и при помощи геометрической линейки. Вот наша геометрическая линейка, то есть мы берем образец с целого элемента, прижимаем и, в общем, при помощи ее все выровняем. Ну вот как бы это не выглядело кустарно, да, при помощи пенька и полена, так сказать. Теперь, смотрите, это у нас новый инструмент. Мастер натягивает пружину нашу. И вот таким способом. Двумя руками тянем. Ну, давай покажем, как это. Опаньки. Продолжаем работу. Это у нас небольшая гидравлика, 4 тонны. И смотрим, как это дело работает. Давай, качай. Вот так арочка у нас. Видите, зазор. Сейчас нужно будет перетянуть, чтобы металл, возвращаясь обратно, встал на свое место. То есть никогда не получается выставить ровно, потому что когда вы отпускаете, металл уходит обратно. Это память металла. Так, сейчас опять поменяли место установки гидравлики. 2 дня вот так у нас выглядит заднее крылышко с дверью. Зазор уже походит на настоящий. Но это еще не конец работы, то есть сейчас будем проверять и дальше подгонять, выводить, и уже дальше все шпатлюется. Вот свежевыкрашенное крылышко, прошло около часа. На улице погодка теплая, конечно, сохнет все гораздо быстрее. Не надо не включать никаких ни дизельных пушек, ничего. Вот оно крылышко. Давайте посмотрим в острый угол. Видите, отражение абсолютно гладкое, без всяких искажений. Вот здесь это у нас идет расширение. А так вот, пожалуйста, все четенько, друзья. Самому, конечно, нравится, когда все получается, когда клиенты довольны. Тогда все отлично. Вот сейчас... Ну, завтра уже, сегодня мы, конечно, не будем собирать, завтра приступим к сборке, полировке, и все, завтра автомобиль будет готов. Ну вот у нас сегодня 5-й день, автомобиль у нас готов, полная полировка кузова, ремонт заднего крыла, как вы все видели, и двери. Давайте посмотрим в острый угол, абсолютно правильное отражение. Ни одной голограммы. Кстати, смотрите, как цвет открылся на солнышке. Вот это у нас ксералик играет.
самом деле многие считали, что это замена. А у нас получилось вот такое ровное отражение. Острый угол всегда показывает качество ремонта. Смотрите, все. Это у нас ровно шестой день. Машина готова к выдаче. Что мы сделали? Покрасили бампер, крыло, дверь, порог и полная полировка всего кузова. Теперь смотрите, ни одной голограммы. Но на самом деле три пасты ушло. Пастой пользуемся Кох. Что еще здесь можно рассказать? В общем, автомобиль полностью уже крашеный, несмотря на то, что он 17 года, но его уже полностью красили. И вот по этой причине немножко сложно было его полировать. А так, вроде бы все у нас получилось. Помыли, почистили. Ждем хозяина.